Окей, глава 4. Голод. Как сказал Келгар, местонахождение грома адского крика неизвестно, но должно быть близко. Трау никогда в жизни не был настолько истощен и голоден. Вкус свободы сладок, но за последние дни он не ел ничего, кроме червей и насекомых. Чё-то жратвы нигде нет, где же мурлоки-то? Даже мурлоков нет, блин. Карманы пустые. В этом лесу мне не сыскать хорошей пищи. Надо найти деревню. Я вождь. Окей. Да. Трау, карманный трау. Да. Табу. Так, ладно, нам надо найти еду для карманов, а то карманы проголодались у нас. Особенно тот карман, что в ротовой полости у Трава. Так, здесь стражи, и походу нам лучше туда не соваться. Ну да. Деревня, и как много карманов. Придется отыскать другой вход в нее и дождаться темноты. Под покровом ночи мне не составит труда проникнуть незамеченным. Лотаругар, за честь. Да. Так, здесь чё? За честь. Труп какую-то шмотку упустил. Да. Табу. За честь. Карманная стража. Блин. Окей, ладно. Нам надо найти проход в карманы людей. Так, это карманная пещера. И карманный вой означает, что наступила карманная ночь. Стемнело. Большинство людей сейчас спят в карманах. Самое время проникнуть в их карманное поселение. Блин, карманы, они повсюду. Эти люди грабят других людей. Да, Трава, ты чё не знал? Карманы же. Как же без них? Черт, что-то его так нехило избили. Следует найти главаря карманных разбойников и убить его, пока они не ограбили больше ферм. А ты в курсе, что ты можешь дождаться, пока эти разбойники ограбят людей, потом самому их ограбить, а? Я готов. О, спасибо, Захар, на боке за донатики. За донатик. Так. То чувство, когда волка рядом с тобой нет, сложно немного. Так, карманные разбойники. Ну блин, ну чего вы меня не атакуете, а? Духи не знают усталости. Блин, карманный мем. О, жезл цепной молнии, нифига себе. А-ка, я хочу это попробовать. Позволяет применять заклинание цепная молния, создание электрического разряда, да-да-да-да-да-да. Давайте посмотрим. Карманная молния. Карманная цепная молния, но 95% безопаснее обычной молнии. Вообще законом не запрещено. Кастую карманку, где хочу, Кек. Да. Чё я вообще сказал так что? Духи не знают усталости. Табу. За честь. Да. Чёрт, как-то всё жёстко. За честь.
Ну ладно, возьмем карманную молнию себе. Никто не уйдет. В бой. О, а этот с пленок. Давайте положим его в карман. Эх, вот, блин, цыпленок, ты мог просто взять его, зажарить и все, трав. Зачем тебе пищу воровать с деревни? Никто бы не заметил пропажу этой курицы карманной. От этого зерда нет проку. Мне нужна нормальная еда. Ах, нормальная, трав. Ты что, в сказке живешь, что ли? Какая еще нормальная еда? Эй, карманная молния не сработала на второго карманщика. Убейте их, заберите золото, а потом снова убейте и переберите карманчики все. Никто не уйдет. Черт. Они сейчас карманы выверну. Кстати, почему... А, да, блин, ну логично. Духи не знают усталости. Черт, до разбойника главного мне еще далеко идти. Ну, у трава же карманы есть. Вот он и кидается бесконечным числом молотов. Карманы ведь на что хоть? Табу. Да. Жезл молний. Да. Пригодится. Табу. Да. Табу. В бой! Я вождь. Блин, точно, надо было мерзко сказать, чтобы он про карманы песни замутил. Тогда точно мимасик будет в инете. Черт, как я обожаю вас, а. Мои карманные зрители. Кстати, сколько карманов на стриме сейчас уже? За честь. Табу. За честь. Духи не знают усталости. А, вон, я... Блин, у меня кусочек экрана открыт, где число зрителей показано. Я все спрашивал, сколько зрителей. Да-да, 138 карманов я вижу. Интересно, у их предводителя была карта с пищевыми складами ближайших деревень. Да. Час пробил. А карманов у него не было лишних? Или там руна какая-нибудь в кармане, блин? Теперь дохляк трал бегает Табу. Просто. Да. За честь. Да. За честь. Да. Табу. Да. О, щелка же. Хрт. Да. Табу. За честь. Да. Окей, пошли воровать еду, короче говоря, в карман к себе. Да. За честь. Трав может укрыться в кустах. Так противники прекратят погоню за Табу. Ним. В кустах. Вау. Понятно. Кустики, кустики. Да. За честь. Да. Пища, наконец-то! Я вождь. Ничего не подозревающие жители. Ничего не подозревающих жителей стырили пищу. Да. За честь. За честь. Табу. За честь. Я вождь. Да это карманные кусты, все нормально. Пускай тут укрывается. Так, король карман вернулся, мы продолжаем проходить. Повелитель кланов.
будущего вождя карманного Аркримара. Блин, чертовы карманщики никак не отстанут, а? Ходят тут. За честь. А вот эта карманная стража закрыла карманные ворота. Ах уж. Черт. Давай в кусты, в карманные кусты, трав, быстрее. Все. Хрен меня кто увидит. Мечники могут ловить трава сетью, если окажутся достаточно близко. Ах, черт, карманная сеть, а? Так, водичка. А в конце кажется, что весь наш мир это просто большой, сплошной, огромный карманчик. Час пробил. Так, инвиз, инвиз. Займемся этим. Так, интересно, а квест с алкашом тут оставили или убрали все-таки в итоге? Похоже, что убрали, потому что я его не вижу. Как хорошо, что тут повсюду сплошные кусты, оказывается. Лохтаругар. Да. Локнрош. За честь. Да. За честь. Да. Дабу. Да. И сыр. Да. За честь. Дабу. Такой маленький кусок кустов, блин. Карманные кусты. Преимущество. Да. Так, мясцо. Дабу. Пригодится. Дабу. Черта. За честь. Эй. За честь. Карманный трав, беги. Че так немножко трав больше стал, кажется. Все. Не достанете, я в кустах, которые делают меня бессмертными. За честь. Блин, забавный квест про алкаша был. Жалко, что его вырезали. Или я пропустил, может. Займемся этим. Табу. Да. Простите, я заберу себе это в карман. За честь. С кем они дерутся? Табу. А, драчка тут какая-то. Том и Джерри, кек. Да. Отсылочка. Да. Табу. Блин, вместо молотка я прокачал ярость, ну тупой. За честь. Никто не уйдет. Табу. Да. Да, будет запись стрима. Попозже, правда, я не знаю, насколько. Ох уж этот карманный трау и карманная взрывчатка. Преимущество сплошь от и до. Взрывается бочка, но тебя не задевает. И прости, Бурва, кажется, твою рыбку стырили карманную. Займемся этим. Табу. Черт, слишком сложно про компанию. Да. Табу. В бой. Локнрош. Локтаругар. Табу. Духи не знают усталости. За честь.
Кто придумал, мне интересно, взрывчатки ради дедов с башнями ставить? Какой умник? Какой умник это придумал, а? Нет, с подписчиками сегодня никаких игр не будет, сорян. Я готов. О, еще. Да, я же сказал, будет запись стрима. Спасибо за донат, Андрей. Табу. Да. За честь. Ну, блин. Да. За честь. Поймали. Гады. За честь. Да, хватит меня ловить. Займемся этим. Карманные мечники. Да. Мечники. Так, нам осталось еще вот это взять и все. У нас полное брюхо, точнее полные карманы еды. Табу. Да. Табу. За честь. Табу. Все, убираемся нафиг отсюда. Этого хватит. Выход должен быть на востоке. Северо-восточный. Этот что ли? За честь. Да. А, во! Блин. Да. За честь. Все. Да ладно! Да. Опять эта сеть! Сколько можно? Да. Да. В бой. Так. Да. Жезл цепной молнии, конечно, хорошая вещь, но поистине нечего выкинуть просто. Хотя можно сапожки, у нас есть ярость. Так, я надеюсь, что с них выпадет какая-то шмотка полезная. Никто не уйдет. Блин, ну почему мои карманные зрители расходятся? Нас уже меньше стало на 6 зрителей где-то. Да, я вижу, написано. Блин. За честь. Да. Никто не уйдет. Духи не знают усталости. Локнрош. Я готов. Да ничего страшного, Андрей. Спасибо за еще один донат. В бой. Черт, отрав, дохляк. И даже рун теперь нет. Никто не уйдет. Ну ладно, мы прошли в любом случае эту главу дохлым карманом. Теперь наши карманные союзники скоро найдут от нас. Нужно бежать как можно дальше, а потом устроить карманный привал. Эй, поднимайся! Не говоришь на оркском? Немного. Человек в облике орка? Убить его? Нет. Хочу найти гром, адский крик. Найти зачем? Послали убить, а? Люди тебя? Нет. Лагеря плохо, орки. Мне хочу орков гром помогать, убрать лагеря. Траксом дабу? Дабу, алле, куб да гром. Трак говорит, может, увидишь грома, если будешь достоин. Пошли. Окей. Повели меня в карман. Главный карман. Орочий карман. Поэтому такой большой, что он вмещает в себе кучу орков и аж целого грома. И там туннели карманные, сплошные, огромные, далекие туннели.